Друзья, всем привет! Сегодня у нас в объективе отделение легкой атлетики, сектор для прыжков в длину. Поехали! Мы уже показывали шестовиков, метателей. Теперь пришли к вам в гости, расскажите про своих ребят. Итак, наши ребята выполняют такие дисциплины, как спринтерский бег, бег с барьерами, прыжки в длину, прыжки в высоту. Но пока только эти виды перекрываем. Юлия, простой вопрос. Чем сегодня на тренировке дети будут заниматься? Они сегодня будут делать прыжковую работу, подводящую к прыжкам в длину, и потом немножко попрыгают на скорость соревнований. Легкая прыжковая, ничего сложного, ничего для них нового. Все они умеют, все они знают, поэтому должно быть интересно. Просты в освоении, что человек может освоить технику бега и параллельно еще и заниматься прыжками. Ну, она же, в принципе, вся легкая атлетика у нас скоростно-силовой вид спорта, да? То есть получается, что тот человек, который не бегает, да, тот не сможет там нормально прыгать. Тот, кто, у кого нет хорошей стопы после прыжковой работы, не побежит никогда быстро, потому что у тебя, ну, ты не подготовлен к этому просто, потому что стопа не работает. Нога опускается на дорожку, и ничего не происходит. Какие здесь нюансы? Ну, здесь просто вот надо растолкаться. Вот как девочка сейчас сделала, видно, что она ставит ногу в пятку, да, и не проходит дальше стопой. Здесь надо научиться доталкиваться, чтобы вся стопа принимала участие в отталкивании. Ну, естественно, опять же, удержать спину и умудриться сделать первый прыжок. А у них у большинства не получается этот первый прыжок сделать. То есть здесь, в этом упражнении, если до этого, когда они делали с места, получается, здесь уже появляется скорость отталкивания выполнять, особенно последнее, чуть проще, потому что мы скорость задаем своему движению. Но самое главное, вначале грамотно вывести себя из положения покоя. Да, все правильно, потому что иначе не успеть просто ногу вынести и поставить. Получается, когда мы очень сильно наклонены, нога-то уже не поднимается так хорошо, да? То есть она вынесется, поставится, скорее всего, она поставится с передней части стопы, то есть мы воткнемся. Естественно, будет не очень приятно спине, и что самое страшное, коленям, да? То есть самое главное еще уследить, мало того, что научить, самое главное в этом возрасте их не травмировать. То есть, как бы, да, нет смысла там выжимать из них все результаты, если они после этого ничего не смогут сделать со своими травмами. Саш, было хорошо. Анастасия Игоревна, покажите, как надо выпрыгивать первым. Это разметки тройной прыжок с подбежки. Они будут делать небольшую подбежку, отталкиваться и делать два отталкивания, третий вем. Я так понимаю, что мы постепенно дальше уходим, и потом придем уже к полноценному... Да, к прыжкам в длину. Кстати, Соня, первый хорошо, а на втором опять подсела чуть-чуть. Вида! Ну кто первый шаг с носка-то ставит? Ну что это такое? И опять бежишь вот здесь сам. Саш, толкайся. Ну ничего, не работает стопа. Ты ставишь ногу и ничего не делаешь. Толкайся. Почему ноги-то не работают? Похвалите кого-нибудь, нет, или будет только ругаться на всех? Нет. Когда делают хорошо, мы, конечно же, хвалим. Делают хорошо? Да, обязательно делают.
их запустить в две колонны? Нет, так нельзя, потому что могут... Потому что надо, чтобы мы успевали следить за ними. А так они пока отдыхают, их не так много. Нормально, да? Плотность занятий не страдает. Нет, конечно, нет. Чуть-чуть второй провалилась. Ставь ногу и таз гони сюда сразу. И поставила, и оставила сзади. Чуть-чуть. Классная у вас лосина, конечно. Спасибо. А вот идут злые каратюги. Придется вырезать. Получится, извини. Ой, молодец какая. Еще стопа толкалась, и надо вот третьим допрыгнуть. И будет вообще феноменально, да? Может быть такое, что невосприимчивый спортсмен. Говори, ну вот не может. Необучаемый? Ну да. Бывает, конечно. Женечка, не тяни. Последний шаг, естественно, бывает. Такие куда? В отделение карате или... Вот, Данила Евгеньевич, добрый день. Здрасте. Ну все, только что про вас вспоминали. Хорошими словами. Как мне, вот, как обывателю, когда я смотрю соревнования по легкой атлетике, мне кажется, самое сложное – это вот подгадать так, чтобы не заступить. Все верно. Как это тренировать? Очень просто на самом деле. Подбираешь разбег, ну, в зависимости от скоростных качеств ребенка, да, чтобы он не устал просто бежать до конца. Приучаешь их бежать и не смотреть в пол. То есть надо бежать и четко смотреть перед собой. Когда настолько на автомате делаешь каждые шаги и знаешь, что там, допустим, там за там, 5-10 метров мы начинаем немножечко укорачивать шаги, да, ну, собирать шаги, так скажем, ускоряться. И тогда нога нормально пройдет. А так, конечно, да, что в длине самое главное. Девочки, аккуратно разбег! Это же проблема не только у начинающих. 100%. Конечно, куча спортсменов, которые там выходят на соревнования и получают баранки только потому, что вот они... Ну, это психологический фактор прежде всего. Потому что на соревнованиях, ну, появляется волнение, да, увидишь соперников, отвлекаешься. Ты это можешь делать сотни раз на тренировках, но выходишь на соревнования и ничего не можешь с собой сделать. Ты волнуешься, переживаешь и начинаешь или удлинять последний шаг, или наоборот его сильно укорачивать, что проваливаешься, опять нос впереди, таз сзади, и все это просто кубарем вперед получается. А если вот так вот оценить, допустим, ну, все-таки вклад в результат конечный, физических качеств и вот техники выполнения? Ну, конечно, сначала, у них же и по возрастам распределяется, когда они малышня совсем, у них доля общей физической подготовки, это как раз развитие физических качеств, в разы больше, чем технической подготовки. Чем они старше становятся, тем техническое увеличивается, общее уменьшается. То есть, ну, считается, что все, что мы набрали, вот то, что они сейчас чему научатся, да, что они сейчас не берут, то потом им в будущем будут очень сильно помогать. А если мы возьмем такого уже мастера, мы можем сказать, что вот для того, чтобы выйти на какой-то результат, он должен с определенной скоростью бежать короткие отрезки, там, с определенным весом, там, со штангой. Ну, вообще, ну, какие-то модельные есть характеристики? Считается, что есть, да, что типа есть же нормативы, да, которые там для перевода в группу в каждом возрасте. Не, ну мы возьмем мастера, допустим, да, ну, уже считается, что есть, но всегда это легкая атлетика, это индивидуальный вид спорта. Настолько здесь у каждого индивидуально, да. Считалось раньше, что прыгуны в высоту там все должны быть высокие, худющие до невозможности. А сейчас посмотреть на сектор прыжков там на всех мировых соревнованиях, там очень много маленьких, коренастеньких. То есть, как бы, ну, подготовка идет вперед, да, и понимание о том, какой спортсмен должен быть визуально даже, да, по антропометрическим данным, оно действительно меняется. Естественно, как бы, если ты высокий, стройненький и легенький, тебе в разы проще будет. Ну, как бы, и силовой прыжок. Ну, недостаток вот в технической подготовленности можно нивелировать за счет технических данных? Можно, но до определенного уровня. То есть вот если физические качества, да, там, ну вот тебе от природы дано, что ты весь такой сильный, ловкий, да, быстрый там, но при этом не умеешь работать с техникой, ну, в зависимости от вида. То есть, да, длина это тут очень.
очень, особенно когда они маленькие, и быстро умеешь бегать, ты просто ногу ставишь и улетаешь. То есть если ты в разы быстрее всех остальных соперников, то все будет хорошо получаться. В высоте, в принципе, то же самое, да, там до определенной высоты они могут абсолютно без техники просто переваливаться, одной ногой толкнись, перевалился там через эту планку, и счастливый, довольный, с первым местом уходишь. А дальше, естественно, чем выше там высоты, да, или чем серьезнее результаты у соперников, то ты там уже без техники, ну, будет достаточно сложно прыгать. Mm-hmm.